Гамельчане змогуць адправіцца ў чароўную краіну, дзе ўсё ў шакаладзе. У музеі Гомельскага палацава-паркавага ансамбля сёння прадставілі выставу пад назвай «Мастацтва шакаладу». Для наведвальнікаў яна адкрыецца заўтра. Тут можна будзе згуляць у шакаладныя шашкі, убачыць ядомых панд і пінгвінаў, смачны раяль і эйфелеву вежу. На стварэнне экспазіцыі спатрэбілася больш за 2 тоны беларускага шакаладу. Трясёмся над каждым экспанатам, на самом деле это очень сложно. Вы видите, какие у нас мелкие детали, это все непросто, на самом деле. У нас есть экспонаты, которые можно трогать, поэтому мы постоянно их пополнять будем, ничего страшного, чтобы люди убедились. Зато я смотрю, у многих скепсис в глазах. Ой, нет, нет, это не шоколад, это что-то, я боюсь, это, наверное, только покрытие. Нет, на самом деле, практически все шоколадные изделия целиком сделаны из шоколада. Где-то облегченный вариант, но в основном это... Здесь, например, 65 килограмм чистого черного шоколада. Да, именно, без всяких добавок, ничего.